Вот. Да. И еще вы дежурный телефончик прокуратуры не подскажете? Толик, наберешь? Сейчас. 70-06-54. 72-06-54. 72-06-54. Алло, дежурный первого отдела? Да, добрый день. Подскажите, пожалуйста, как нам начальника вашего можно бы вызвать на улочку, потому что у нас тут следователь, дознаватель неизвестный, арестовали тираж газеты, и она даже отказывается представляться. Ну вот мы сейчас находимся во дворе вашего первого отдела. Я председатель движения «Вместе» Евгений Доможиров. А? А замначальника? Ну, кто вообще может руководить первым отделом в данный момент времени? Ну вот, старшего оперативного дежурного, пожалуйста. На Копанке или как тут у вас адрес? Ну вот у нас машина стоит, например, задержана, как объясняет неизвестная женщина, но не предъявляет никаких документов, ни сама не представляется, отказывается представляться. А? Нет, она не в форме. Это, набирай в прокуратуру пока. Так а что, ну? Ну так что, поговоришь? Так нет, ты скажешь, что зампредседателя движения «Вместе» вот находимся в первом отделе по непонятным причинам, неизвестная сотрудница, не представляйся. Ну вот у нас машина просто может ехать тогда, я так понимаю. Машина может выезжать, да, с вашей территории? То есть это, ну она не представляется вообще. То есть машина может выезжать, я так понимаю, с территории, да? Ну с вашей территории, с Копанки, вот машина стоит. Она не ограничена в выезде, я так понимаю? Раз не предъявляется никаких документов и бумаг. Ну машина тут, я не знаю, Ford Transit. Да. Она может выехать без ограничений? Все, то есть нам машина, мы не задерживаем машину никоим образом. Дежурный сейчас сказал, что он машину никоим образом не задерживает. Да что прокуратура-то? С 9 до 6 личный прием. В смысле с 9 до 6? Личный, у нас не личный. Алло, этот Константин, слушай, мы тут на улочке, следователь нам не представляется, мы тут с камерой и все. Дежурный нам сказал, что они машину никоим образом не задерживают, это не их следственная группа, и они ограничений к выезду не имеют. Мы внизу у машины. Вот. Да, вот мы рядом с Фордом с белым. Ну вот я у дежурного сейчас спросил оперативного, он мне не дал никаких ограничений на выезд машины. То есть бумаг на каких? Вот на самом деле никаких следователь, дознаватель или кто-либо на задержание машины не предъявили. То есть это у нас все снято на камеру. То есть машина может ехать спокойно.